Всем привет, дорогие друзья, игрушка Castle Crush. Ну что, продолжаю развиваться, Clash Royale также будет очень скоро, думаю, на следующий день после выхода этого видео. Я уже, кстати, подобрался к замку шестому, уже шестому, Пиратская бухта. Я хочу на Ангельский храм зайти, если получится, конечно, и сделать очередное открытие мифических сундуков. Если ждешь это открытие, то обязательно подписывайся, ставь лайк. Если ты еще не играешь в эту игру, то обязательно давай к нам, ссылочку оставлю в описании. Скачивай, заходи в мой клан. Правда, кубков надо много. Сейчас 50 человек, но я потом посмотрю, кого кикнуть, и скоро создам академку. Поэтому обязательно, обязательно заходите в мои кланы. Ну что, давайте откроем сундук. Так, укрепление и грязевой элементаль. Значит, что по колоде? Смотрите, у меня колода выглядит следующим образом. Но мне говорят, возьми призрака. Призрак очень топчик. Если у тебя такая колода больше спам, чем больше юнитов, тем больше становится призрак. Я хочу попробовать, потому что я с ним реально не умею играть. Так, призрак, где ты есть? Давайте сейчас возьмем в колоду призрака. И мне надо еще две каточки, я буду на новом замке. Так, призрака не могу найти. Кстати, у меня есть легендарка, еще второго уровня даже, я ее не использую, играю шаманом. В общем, ну с колодами у меня все плохо. Пятый уровень, я его не использую, серьезно. Камон, так, вместо чего? Давайте вместо вот этого. Ну все, поехали, попробуем. Просто, ну я не умею с ним играть, но буду тренироваться. Итак, первый противник пятого уровня, вау, так легко мне будет, наверное. Хотя не знаю, если он пятый уровень и так высоко сидит. Хотя может и не высоко, я же не сильно разбираюсь в этой игре, какая норма, какая прокачка, норма для каких кубков. Поэтому, возможно, он сидит нормально для своих трофеев, это я низко сижу. Но я ведь донатер. Так, ну что, выбрасываем пирата. Выбрасываем пирата. Блин, это ж надо было не угадать со стороной. Ну ладно. В принципе, у него пират третьего уровня. Прокачка у меня намного лучше. Давайте тут скелетиков. Хотя, я думаю, плохой. Хотя, не, нормально. Он тоже контрит меня скелетами. Сейчас заюзаем инферно. Или... Не, давайте юнитов заюзаем. Я надеюсь, они уничтожат. Да-да, уничтожают скелетиков. Надеюсь. Может и нет. Походу нет. А нет, уничтожают, все норм. Так, выбрасываем снова племя лучниц. И сейчас выброшу демона. Потому что дриаду всегда надо уничтожать. Ну очень такая опасная карта. Если не задефаться вначале, то будет плохо. Так, давайте палача будем дефать шаманом. Призрака еще нету, вот призрак. Итак, не, надо побольше спама. Как работает призрак? Чем больше моих юнитов на карте, тем сильнее призрак. Правильно я понимаю все? Вот, поэтому давайте сейчас попытаемся как можно больше карт. Хотя я думаю, что он не доживет до этого момента, когда я выпущу призрака. Но давайте попытаемся. Оп, ну да-да. Он забирает, я так понимаю, души. Или как? Да, вроде так. Так, серебряный сундук. Открываться. Что? Осталось 7 кубков. И я буду на замке пятом. Слушайте, я не ожидал, что я так быстро дойду, так высоко. И если хотите... Ребят, напишите, где вы хотите открытие? На Ангельском храме или на Пиратской бухте? Ну, то есть... Я не знаю, где лучше открывать мифические сундуки, но уже пора. Хотя я думаю, что многие будут негодовать из-за того, что да, я постоянно доначу и делаю открытия разные. Кстати, посмотрим сейчас, какое будет спецпредложение. Посмотрим, какое будет спецпредложение. Так, дриаду ставить или пирата? Дриаду или пирата? Ну, давайте пирата. Дриаду прибережем. Так, он использовал... я не помню, как называется эта карта. Ну да ладно. Так, ну давайте дриаду. Ой, блин, еще и шут. Очень плохо. Дела... Реально обстоят очень плохо. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Демона, демона. Раз. Отлично, колдуна уничтожили. Уничтожили этого парня. Хорошо, вот шут меня реально сейчас спасает. Он дает отхилиться. Угу. Отлично. Окей, ладно. Я думаю, мы задефаем его с помощью племя лучниц. Отлично. И он как раз потратил, ребятки, инферно. Поэтому, смотрите, просто спамим его по всем лайнам. Пускай попробует отдефаться. Давайте вот здесь скелетов. А, блин, стрелы. Точно, я забыл, что еще можно стрелы использовать.
Это у меня спелов нету практически. Так, ну давайте шаманчика. Тут у нас колдун пойдет. Текс. Две инферны на два лайна. Хорошо. И сюда инферно. Отлично. О, и еще шамана законтрили. То есть идеально просто, идеальный расклад. Итак, ну что. А, он тоже играет подобной колодой. Ну окей. Давайте тоже инферно завязаем. Угу. Так. Угу. Блин, походу я тут проиграю. Я не знаю, как задефаться. Серьезно. Меня он просто заспамил. И хорошо задефал. Мне не хватает спелов, серьезно. Он тоже играет через призрака. Он тоже по моей стратегии. Только он лучше играет. И у него колода более логичнее, чем у меня. Ну, давайте призрака выпустим. Но толку с этого никакого нету. Да, я тут проиграл. Тут я слился. Ну, блин, мне надо спылы. Мне надо тоже, наверное, стрелы. Что там, фаербол, еще что-то. Я не знаю, что я играю без этих карт. Потому что, как видим, мне сложно дефаться. Ему намного проще. Намного проще. А, блин, придется сыграть еще несколько игр. Еще две игры надо победить. Но опять же таки, я уверен, что тут у меня еще колода не совсем корректная. Поэтому, ребят, поправляйте меня и предлагайте, какие колоды ваши тащат. И что мне подредактировать. Я прокачку вам показывал уже. Так, сразу он поставил вот эту мишень, статую. Ее надо уничтожить, давайте пиратам уничтожим. Или я не знаю, надо игнорировать было ее, надо по другой стороне было пирата выбрасывать. Ну да ладно. Так, быстро-быстро инферно юзаем. Хорошо. Быстрее-быстрее, дриаду уничтожим, надеюсь. Походу нет. Да, мы дриаду не уничтожили, серьезно? Отлично, фух. Я уже немножко бомбанул, потому что, блин, ну... Так, давайте использовать демона. Пирата уничтожили, окей. Да ладно. Че, все так плохо? Вообще все плохо, ребят. Колдун выжил. Давайте сделаем так. Призраком хотя бы попытаемся задефать. Ну, ничего не получается, как видим, да? Вообще ничего не получается. Мне нету подходящей карты задефать эту всю хрень. В общем, ребят, пытался я дойти до замка шестого, слился очень сильно, не получается вообще. Вот как, знаете, блин, я взял самую слабую колоду, такое ощущение, прям вообще всем проигрываю.
Вот моя колода, подскажите, что заменить? Призрак не зашел мне, не зашел призрак. Я уверен, что что-то не так с колодой. В общем, в следующий выпуск я постараюсь более-менее адекватную деку составить, посмотрю, что вы там в комментариях напишите. Ну и, естественно, зайти на новый замок. На этом буду прощаться, пишите в комментариях, какая у вас, хотел сказать, арена, какой у вас замок, сколько у вас кубков, какой колодой играете и играете ли вообще в эту игру. На этом буду прощаться, спасибо за просмотр, до новых встреч и всем, ребятки, пока.